Действительно, название совершенно контрастирует с самой игрой, с ее сложностью. Вот. Хотя правила, в общем-то, наверное, родилось так, что в эту игру и дурак играть может, потому что правила очень легкие. Но игра сама по себе очень сложная. Несколько слов прессе ваших. Вообще, стараюсь сразу как играть для себя, а не я уже играл с ним. Год назад, наверное. Я обыграл три раза. Сейчас тоже обыграю. Что у меня свои карты. У него нет карт, у меня всегда свои. Здесь тузик, там тузик. Новенькая, хорошая колода. Хороший он конкурент. Плевать будете, когда будете играть? В этом весь смысл игры. В этом весь смысл игры. Как и политика. Обман. Обманув. В этом только. То, как и отношения между мужчиной и женщиной. Тоже обман. 70%. В спорте. Тоже обман. Вы получаете от меня 300 тысяч долларов. Желающие на улице могут подойти к зале. Пока здесь будет. Давайте. У вас оставалась десятка козырная. Ну зачем? Владимир. Я ее выиграл. Не надо. Владимир Борь. Давайте мы. Нет, все правильно. Было. Ну какой? В альтах валет козырной. Ну какой судья? Объясняю. Нижнибо я так сыграл. Я вас чистая победа. Моя чистая победа. Нет, у меня нет карты. Зачем вам? Сейчас придет судья. Зачем?